И тут какого-то такого прям конфликта не было. Ну, было разделение. Кто-то пошел, кто-то нет. Ну, я не в смысле конфликтной ситуации, естественно, это все у каждого вольному воля, как говорится. А я имел в виду, что те люди, которые какие-то имели ожидания получать, вот пришли в школу учиться, вдруг выяснилось, что один из учителей вдруг ушел и изменил, ну, как бы, какое-то внутреннее пространство все-таки, вы, находясь тоже каким-то образом, влияли на атмосферу. Безусловно, безусловно. Ну, жизнь это движение, всегда происходят какие-то изменения. Кто-то приходит, кто-то уходит. Я там был, в общем-то, не единственным инструктором. Там осталось много других людей, достаточно интересных, обладающих в том числе реальными возможностями и способностями. То есть, если бы человек захотел продолжить обучение в рамках школы магии Атлантида, он бы просто, у него был выбор еще, кому Я пойти. понимаю, но вот, допустим, вы прошли через определенные пути, точнее, через определенные стадии вашего пути, и вы вот сейчас находитесь в том состоянии и в том отрезке пути, в который вы для себя выбрали. Но еще раз, это вы прошли на вашем уровне, а вот те люди, которые хотели бы, допустим, научиться чему-то для того, чтобы хотя бы понять свою природу. Ведь не каждому же дано. Кто-то хочет существовать в этом материальном теле, и ему не надо этих всяких поисков духовного совершенства. Он даже и не представляет о том, что внутри там что-то такое существует, какие-то непонятные субстанции типа души. Но, тем не менее, вот есть такое, и он с этим просто не знает. Могли бы ли вы ему посоветовать или провести его по пути, допустим, чему учит сама школа, только уже вашим путем, потому что там есть свое направление, у вас теперь есть свое направление. Ну, начать, допустим, с каких-то вот магических, может быть, практик, чтобы постигнуть, еще раз повторяю, себя. Вот арканы. Все-таки арканы, большие и малые арканы, Таро, это все-таки наша вселенная зашифрована в этих количестве, в этих карт. То это же нельзя как бы убрать. Как вы думаете, вы могли бы вот таким образом провести человека, а не, ну, то есть, вот по пути, который еще не готовы сидеть в медитациях, заниматься пранаямой, мы сейчас к этому перейдем. Или вы считаете, этого вообще уже не надо? Вот этот путь, он уже был, он забыт. И теперь, скажем, Алексея вы тоже не повели бы сейчас тут, куда вы водили и занимались. Я понял. Да. Но я бы сказал так, что мне сложно обучать тому, с чем у меня нет резонанса. То есть я совершенно, я думаю, что действительно арканы это реальность, в том числе, это реально рабочая система. Также существует множество других реально рабочих систем, там руны, еще что-то там. Есть в каббалистике разные школы, есть там каббалисты, которые с арканами не работают вообще из принципа, работают только с сихирами там, и так далее. Здесь существует масса подходов. И сейчас я просто не чувствую необходимости проводить человека через все какие-то множество различных подходов, чтобы подвести к медитации. Вот. И я бы сказал, опять же, подобное притягивает подобное. Изменился я, изменилась аудитория. Просто ко мне приходят люди, которым интересна медитация конкретно. А значит, что они уже прошли какие-то свои этапы. Да? То есть возникает то есть ситуация, когда они приходят в мою школу, она тоже не на пустом месте в их жизни возникла. Вот. А значит, какие-то этапы они уже прошли. И еще раз их прогонять по каким-то там вещам. Не знаю. То есть это мой путь, да, то, что я вот именно так шел. Кто-то может и сразу в 16 лет просветлиться. То есть существует масса вариантов. И в этом плане я стараюсь предоставлять некую максимальную свободу. И вот курсы, которые у меня есть, там нету каких-то, я бы сказал, четких ступеней, что вот медитация есть первой ступени, второй, третьей. Есть просто медитация. А как глубоко каждый нырнет, насколько это его изменит, это уже очень большой спектр вариантов. Поэтому, если бы Алексей сейчас похабов ко мне пришел, то я бы его обучал медитации, а не арканам. Хотя, с Алексеем, конечно, интересная история. То есть это вот человек такой, то есть вот я бы не сказал, что я с ним что-то делал особенное. Потому что есть вот люди, которые думают, что он был какой-то особо избранный ученик, с которым я вот специально что-то делал, чего не делал ни с кем другим. На самом деле с ними не делал ничего особенного. Я работал по методике школы Атлантида. Ну и плюс я добавил от себя то, что называется работы со смертью.
Это мои как бы какие-то такие моменты, когда я начал осознавать вот этот дух как-то, то сначала я его идентифицировал как некий вот то, что за гранью смерти. Вот. И делал я с ним то же самое, что и со всеми людьми. Вот. Но по каким-то причинам он достигал гораздо больших результатов. Вот. То есть это связано с тем, что он делал скорее, чем я. Вот. Но если бы сейчас мы с ним встретились, начали бы с пранаямы, с медитацией. Ну, интересно, интересно. Но хорошо, вы говорите, вы сейчас работаете с миром мертвых, со смертью? Специально нет. Ну, иногда спонтанно возникает ощущение присутствия а для чего? Умерших. Оно вам помогает или это просто возможность помочь кому-то? Ну, всякое бывает. Изначальная цель в этом была следующая. Когда я начал работать со смертью и настраиваться на духов умерших, целью было как раз-таки через них почувствовать вот этот самый дух свой собственный. То есть человек умерший, он свободен от физического тела. Вот, то есть это некий более чистый дух получается. И когда ты приходишь на кладбище, настраиваешься на фотографии умерших и вообще на смерть как таковую, то фактически ты начинаешь отходить от физического мира, причем не куда-то, а в определенную сторону, в сторону чистого духа, в сторону высшего я, но через ворота смерти. И во многих традициях существуют всякие практики, связанные с поминовением усопших, это уж как минимум, ну или как максимум там всякие суровые вещи, типа чёт, буддийской практики или практик на кладбищах. Вот. В общем, в эту сторону я двигался именно с целью ощутить вот этот дух чистый. И духи умерших, они как помощники, они как источники состояния, которые показывают это состояние чистого духа, который ушел достаточно далеко от физического мира. В этом был изначальный смысл всего этого. Потом, когда я начал свое высшее «я» чувствовать лучше, вот необходимость в этом внешнем инструменте в виде смерти, она как-то отошла опять же на второй план. Хотя сейчас все равно это сказывается как-то, да, то, что я вот через эту дверку, так сказать, зашел, все равно я как-то есть у меня некая особая чувствительность ко всяким там духам. Ну, я не могу сказать, что я прям их четко осознаю, но как бы бывает спонтанно. Сергей, а вы пользуетесь сейчас, скажем, картами Таро для каких-то целей или нет? Нет, нет. То есть вы, в принципе, как бы знаете, уже ответ у вас есть. То есть вам не надо, допустим, если вам что-то непонятно, если вы хотите о чем-то узнать, допустим. Да, сейчас у меня другие состояния и, соответственно, другие способы добычи нужной информации. Ну, она просто приходит обычно изнутри, ну, либо это какие-то знаки. То есть я вот иду по улице, и что-то привлекает мое внимание, эти знаки часто для меня, ну, как некие такие значки. Это какое-то особое экстрасенсорное состояние, скажем, то есть битва экстрасенсов. Вот если вы участвовали в битве экстрасенсов, там у нас, мы видим на экране, я вижу на экране, как там прячет человека в багажник машины там, или там черный ящик за ширмой там что-то стоит. Вот вы способны войти в какое-то состояние для того, чтобы вот определить, что там находится? Ну, в принципе, да. Вот, иногда это состояние, ну как, то есть это состояние повышенной осознанности или измененное состояние сознания, когда мы начинаем чувствовать вот нечто большее, чем физический мир. Потому что, допустим, на уровне энергетическом вот эти все материальные какие-то преграды, они выглядят достаточно призрачно. Вот. Но, конечно, для того, чтобы войти в это, надо потрудиться. Вот. То есть это некая работа, но сейчас я просто в другую сторону сосредоточен. Вот. Экстрасенсорика не является моим основным направлением, хотя одно время она была этим направлением. Вот. И я в том числе гадал на картах Таро. Ну так, когда я вот на пике, что называется, то была достаточно высокая точность. Вот. Но потом это куда-то опять же ушло в сторону.
Ну, то есть, по сути дела, это ведь и есть медитация. То есть, карты, они же даже, мы их выбираем, или человек выбирает в соответствии тоже по каким-то, это же не просто так случайно там вытащил, или там кто-то его интерпретировал. Можно по-разному интерпретировать карты. Да, то есть, бывало так, что, например, одна и та же карта, вытащенная разными людьми, для меня говорила совершенно разные вещи. Причем вот я смотрю на нее, и я вот просто понимаю, что надо сказать. То есть я бы сказал так, что карта — это скорее такой объект концентрации. Когда ты сосредоточен, то просто внутренняя информация, она как-то ложится на внешний образ, скажем mm-hmm. так. И в итоге ты говоришь не столько то, что ты видишь на карте физической, сколько то, что всплывает из подсознания в процессе взгляда на эту карту. Mm-hmm. Вот. Ну, вообще медитация сама по себе, слово латинское, и она означает размышление. То есть фактически, как только мы на чем-то сосредотачиваем свою мысль, то мы уже фактически в медитации. И это касается, ну, любого процесса. То есть, и можно сказать, что человек, он от рождения тренируется в медитации. Вот он сосредотачивается для начала на том, чтобы начать делать первые шаги. Там, вот, то есть, или там сосредотачивается на каких-то своих делах, уже будучи взрослым. Если этот навык напрочь отсутствует, то человек как минимум неадекватен. Вот, так что можно сказать, что какие-то первые уроки медитации получают абсолютно все люди. И в этом плане это не является прерогативой какой-то особой расы или особой касты. Другое дело, что более глубокие погружения – это уже, конечно, практика. Ну, существует, как мы знаем, примерно 300 тысяч различных вариантов медитации, которые, по сути дела, являются не медитацией, а релаксацией. А самая главная медитация – это бхакти-йога, это молитвы, это именно соединение со Всевышним. Но аштанга-йога, то, чем вы занимаетесь, и йог Патанджали, который написал, ну, не написал, а который изложил йога-сутры, это все-таки не бхакти-йога. Как вы себя внутри этого чувствуете? Это отдельная тема. Я думаю, что мы продолжим в следующий раз. Ну, так, вкратце, может быть. Да, действительно, направлений очень много. И если задуматься, мне довольно сложно как-то вот четко соотнести себя с каким-то из них. Что вот я, например, занимаюсь только аштанга-йогой, а бхакти-йога, ну, как я понимаю, бхакти – это преданность. То есть, да, по сути, как бы без преданности, да, вот, ты не можешь заниматься вообще ничем, да, то есть если ты не предан своему делу, в частности, особенно это касается движения к высшему «я», если у тебя этой преданности нет, то каким бы направлением ты ни шел, ты как бы особо ничего и не достигнешь. То есть эти направления для меня, они очень взаимопроникающие. Другое дело, что в разных школах могут делаться какой-то особый акцент на том или ином качестве. Вот. Мне нравится акцент вот на остановки мысли и на вот этой вот, собственно, преданности. Вот. Пожалуй, два эти аспекта, они такие вот важные. Потому что вот мне, когда я читал йога-сутры, помню, как-то я прочитал одну из первых строчек, что йога есть удержание материи мысли чьи-то, от обличения в образы, в ритти. Вот. То есть, по сути, остановка мысли. И я помню, загрузился так этой строчкой и дальше не читал там довольно длительное время. И вот для меня это вся суть практики. Удержание мысли от обличения в образы, материи мысли. Вот, это основное. Но, с другой стороны, если это делается неким таким холодным, эгоистичным рассудком, не преданным вот этому глубинным каким-то принципам, то есть нету мотивации достижения высшего «я», пусть и не как какой-то конкретной цели, а вот некое особое состояние, что вот ты готов как бы вот войти в контакт с божеством. И ради этого ты останавливаешь мысль, чтобы в спокойном разуме, как на гладкой глади, так сказать, океаны, в которой нет волн, отразилось бы небо вот некой божественной сущности. Вот в этом, я бы сказал, основной смысл практики, если кратко для меня. А дальше, соответственно, есть всякие дополнительные приложения, потому что, допустим, если работать вот с медитацией, но не работать с телом, то там отсюда асаны там, или пранаяма как дополнение. Uh-huh. Иначе могут быть какие-то проблемы со здоровьем. Ну, вот это как раз-таки вы, что ли, предварили мой следующий вопрос. Я хотел вот о чем спросить. Ну, опять же, существует огромное количество разных вариантов медитации.
И существует огромное количество подходов, какие конкретно медитации и какой конкретной цели мы пытаемся добиться. И, соответственным образом, учителей, которые это делают. А как вы думаете, есть ли у вас какие-то, скажем, отличия от других учителей, ну, от того же Алексея, он тоже сейчас обучает, у него тоже есть свой центр, и он обучает своих людей, ну, другим вещам, чем вы. Это есть какой-то здесь, что ли, конфликт, или это просто путь, скажем, вот его, а это путь ваш? Нет, конфликта уж точно никакого нету. И, честно говоря... Внутренний, вы с чем-то, может, не согласны. Я понимаю, я не имею в виду конфликт между вот ты неправильно делаешь, а я делаю правильно. Нет, я не это имею в виду. Вот ваше внутреннее состояние, когда вы видите о том, что кто-то что-то делает, тем более обучает кого-то, а вы считаете это неправильно. Как вы думаете? У меня нет ощущения неправильности того, что делает Алексей, у меня есть или там какие-то другие учителя. Вообще, в последнее время я довольно давно ни с кем себя не сравнивал. Вот. Просто сама идея сравнения и сопоставления, она как-то тоже отошла на второй план. Я просто вот иду, как бы у меня вот есть какие-то ситуации, я могу взаимодействовать в том числе с другими людьми, которые обучают по-другому, и, как правило, мы просто интересно беседуем друг с другом. Вот, обмениваясь опытом, и как бы, вот. Но как-то вот, чтобы ясно обозначить какую-то свою позицию в отличие от других, я как-то вот, для меня задача непростая. Я могу просто рассказать свою позицию, да? А вот чем, как бы, отличие, то есть, кому надо, пусть сам посмотрит, то есть, вот, послушает там, не знаю, то, что я рассказываю, послушает, что другие рассказывают, и он составит какое-то свое впечатление из этого. Сам я стараюсь особо не оценивать чужую работу, вот, потому что, во-первых, я не знаю всех ее деталей, потому что, как бы, о человеке, ну, вообще я суждения не только об учителях, а вообще о людях стараюсь особо не выносить, скоропалительно. Вот, то есть, грубо говоря, вот этот оценочный взгляд, он тоже, он, конечно, есть, я что-то оцениваю, но чем дальше, тем меньше. И, соответственно, у каждого свой путь, на каждом... Каждый человек на каком-то своем этапе, какого-то своего пути, и на этом этапе для каждого нужны какие-то особые условия. Для меня они могут быть, конечно, неприемлемы, но для него, например, там, для какого-то человека, вот, это будет в самый раз. Почему нет? Понятно. Понятно. Хорошо. Ну, у нас, на самом деле, я смотрю на время, у нас время подходит к концу. Ну, у нас было знакомство, поэтому я полагаю так, что... ну, я не полагаю, если у вас будет такая возможность, мы будем встречаться. Я знаю, что вы человек занятой, и буквально сколько мы с вами месяц тому назад говорили и выбрали эту дату, 5 ноября, о том, что именно вот сегодня. Эта дата была спонтанная или эта дата была связана с каким-то... Ну, скажем, вот я нумерологией занимаюсь, для меня... 5 ноября – это цифра какая-то, это день какой-то. Вот то, что мы сегодня беседуем, вот я вот ношу, вот я уже в прошлой передаче показывал вот оранжевую вот такую вот рубашку. Почему? Потому что это четверг. Четверг – это гуру, это день учителя. Мы сегодня с вами говорим об очень интересных вещах, и вы сами учитель, поэтому я полагаю так, что этот день очень благоприятный для каких-то, для какого-то обучения. Ну, это в данном случае, как я полагаю, то, когда мы с вами договаривались, это просто ваш свободный день был, именно вот 5 ноября. Да, я не вкладывал в это какого-то особого мистического смысла, но я думаю, что все не случайно, все закономерно, и то, что мы встретились именно в этот день, в этом что-то есть. Но как бы в детали я не вдаюсь обычно, хотя у меня есть какие-то ощущения обычно от... Что вот в этот день неблагоприятно. А почему, я не всегда могу объяснить. Я не могу сказать, что я хорошо разбираюсь в нумерологии, но отношусь с пониманием и к астрологии, и к нумерологии. То есть мне нравится. Нормально. В данном случае я полагаю целиком на вас. У вас есть огромный опыт всего. Ну, я пытаюсь соответствовать в данном случае. Ну, в данном случае я в роли ведущего. Хотя я с удовольствием бы, я полагаю так, что наши радиослушатели, ну, как-то рано или поздно потихонечку будут, ну, интересоваться этим.
И я хотел бы надеяться, что они будут и студентами вашей школы. У вас есть своя школа или у вас есть просто какие-то отдельные курсы? Да, у нас есть свой проект «Планы реальности». По сути, там есть два главных курса. Первый – это вводный в практику медитации, и второй – это основной. Вот, собственно, и все. Основной – это просто когда мы медитируем вместе. И этот же и первый, и второй, и третий, и пятый. То есть некое длительное обучение. Угу. Вот. Собственно, в этом суть его и заключается. Ну, как я понимаю, с тем, что интернет сегодня... господствующая сила в мире, имеется в виду по общению друг с другом, то, наверное, здесь нет проблем обучения через интернет, скажем, как-то, я не знаю, или по скайпу. Да, онлайн-курсы – это наша основная часть. Да, то есть именно онлайн-курсы – это большую часть времени мы так работаем. Иногда мы выезжаем с семинарами, такими вживую, что называется. Uh-huh. Раз в год мы проводим выезды на природу, вот на 2 недели на Ладожское озеро, и там 2 недели по 6 часов в день медитируем, сидим у костра и всячески наслаждаемся. Ну, я бы с удовольствием съездил на Ладожское озеро, я там не был никогда. Но это довольно затруднительно с нашей территории приехать на Ладожское озеро. Это только если вы там где-то с интернетом нам покажете это. Но чем, так сказать, не шутят отдельные личности, не будем их называть в эфире, какие, да, всякое бывает, почему бы и нет. В конце концов, я знаю, у меня среди моих контактов есть люди, с которыми, которые живут на территории России, они приглашают. Так что все может быть. Да и, в общем-то, и вы к нам. Да, и вы к нам, может быть. Хорошо, Сергей, ну, большое вам спасибо. У меня масса вопросов, вообще-то говоря. Я читал книгу, повторяю. Вот, довольно интересная. Вот, меня бы интересовало много, потому что вы были на Кайласе, вы описываете это. И это действительно, это обитель, так сказать, можно сказать, бога Шивы. Ну, одна из версий, с чем я, кстати, согласен. И там происходят удивительные вещи. И мне было бы это интересно. Я думаю, нашим радиослушателям тоже было бы это интересно. Ну, давайте мы не в эфире, мы определим время. Сейчас мы закончим нашу программу. Мы определим время, а потом выставим вот эту, во-первых, программу мы выставим в YouTube. И вы можете тоже ее, естественно, пользоваться этим. Ну и определим время нашего следующего эфира, когда у вас будет такая возможность. Хорошо? Хорошо, с удовольствием. Огромное вам спасибо за интерес к моей работе. Вот, очень приятно пообщаться. Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, на этом центр, интернет-портал радио «Сан-Гейтс» на сегодня свою живую беседу с Сергеем Мельниковым заканчивает.